Добрый день, дорогие зрители. Здравствуйте, уважаемые подписчики. У меня, как обычно, сенокос продолжается. И я вот сейчас постараюсь записать вкратце видеоролик. Ну, кому будет интересно, смотрите. Просто познавательный видеоролик. Покажу то, что я вижу. Я поехал в соседнюю деревню помогать Вите. Я показывал, что мы там вдвоем, это видеоролик, как здоровые мужики работают на сенокосе. Кстати, посмотрите, кому интересно будет. А сейчас я поехал ему помогать. И вот я еду по полю, специально отошел от трактора, потому что он будет тарахтеть и не будет слышно, что я говорю. Ну и не будет, не передадутся эмоции. И вот еду по дороге, красота неописуемая. Когда едешь на легковой машине с большой скоростью, смотришь куда? Только на дорогу. И едешь, смотришь, чтобы никак ни на кочку не наехать, и где с дороги не съехать. А когда едешь на тракторе, потихонечку, 20 километров, есть время, возможность смотреть по сторонам. И смотришь, ага, вон там поле засеяно. Так, ага, там, значит, ячмень подходит. О, здесь овес еще зеленый. Ну и смотришь, ага, вот там грива, там речка. Проезжаешь мимо, утки ходят по воде. Ну тут так, у нас такой рельеф. То грива, то спускаешься вниз, самые различные речки. И есть такие вещи, которые не только хочется увидеть самому, от чего душа радуется, но и показать вам, для дорогих зрителей. Сейчас попробую показать. Против солнца, ну что сделаешь? Вот здесь вот у нас охотбаза, озеро Курьма называется. Вот там дальше деревня идет, сейчас я еду туда. Вот я сейчас на гриве стою, я сейчас спущусь с гривы. Там будет обратно речка перетекать с одного в другой. Вот с этой стороны Куреминское озеро. А вот с этой стороны озеро Кривое. И вот я иду, что такое, что за птица летает какая-то большая. А потом, когда внимательно присмотрелся, елки-палки, так это молодняк на крыло встал. Ну-ка мы сейчас его разглядим. Вот оттуда я еду. И вот сейчас глядим по горизонту внимательно. Вот они ходят. И взрослый, и молодняк. В общем, это дикий гусь встал на крыло. Сколько семей, я не знаю. Но видно, что взрослые есть, и молодняк поменьше ходит, но уже летают. И вот это вот здесь вот поле, убирая овес, убрали на сенаж. И, видать, рано утром они выходят по этому полю и собирают все, что можно там собрать. Ну, питаются. А потом, когда уже народ начинает ездить здесь по дороге, они боятся, дикари же, они уходят с поля дальше к воде. Вот издалека за ними можно посмотреть. Ладно, кому понравилось, поставьте лайк. Что будет интересного, тоже покажу. Подпишитесь. Все, до скорых встреч, до свидания. А я поехал дальше работать. Пока.